бывает. Или все молчали, просто интересно, непонятно пока. А, все молчали. Угу. Ну ладно. Ладно. Так, сколько вышло? Сейчас посмотрим. Блин, какая жизнь прекрасная, прекрасный я. Я люблю жизнь, beautiful life. I love, my life, my rules. Oh, my life, my rules, my life, my rules. Hello, my life, my rules. Oh, country sunshine. Oh, 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 country sunshine. А голова, чтобы думать, ноги ходить, никто не сможет меня остановить. Oh, my life, my rules. Oh, my life, my rules. Oh, my life, my rules. Oh, 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 country sunshine. Oh, 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 country sunshine. Oh, oh. Заказ готов, сейчас быстро заберем и повезем. Здорово-здорово, всем отличной среды, прекрасного настроения. Это прекрасная жизнь, создана, чтобы поднять много бабла и покататься по городу. О, моя любимая работа, я курьер. Я люблю свою работу. Я очень... Я сейчас возьму заказ и повезу в ротик клиенту. Так, ладно, все, хватит. Работаем. А то подумаю, дурачок какой-то ездит. Значит, не так, я ж адекватный. Почему айтишники редко приходят? Но они ж работают, им не всегда до этого. А Мишка? Мишка на самом деле тоже айтишник своего рода. Он из дома работает, по-моему. Так что, по сути, Мишка айтишник в каком-то роде. А ну, плюсаните в чат, кто у меня айтишники, зрители. Аж интересно стало. Есть такие, которые работают за компом, удаленно там или... Ну, чтобы понять, сколько людей, которые у меня... Именно не как я работаю там на заводах, в магазинах, не знаю, на кассах, а именно работяги-айтишники. Есть такие? А ну. Плюсы полетели, вижу. О, стрим с компа, ну, в принципе, считается, да. Да, считается. Ну, нормально, слушай. Много, да? Много. Мишка, ты про какого? Про Эпик Мишку? Так у него это... У него сейчас 9 часов отставания по времени назад. У меня сейчас сколько? 11? А у него минус 9 часов. У него что это? Майами. Время майамское. Ты ж не забывай про это. Он же с Майами. Поэтому может не приходить. Он приходит вечером, когда у них уже утро. Понял? Или кто пишет? Или по... Не, майамский. Майамский. Ну да. А я не рассказывал, да? Он же дядя Жорен, знакомый, близкий. Они там вместе стримят иногда, бухают, что-нибудь такое делают. Ну, не знаю, Мишка, не знаю, пьет, не пьет Мишка, ну, Жор-то понятно. Просто Мишка у Жоры был на стриме, я знаю. Я не застал тот стрим, это в прошлом году было. Но было такое, было. Так что нет, Мишка это, считай, мой отец американский. Жаль, только я не могу получить визу семейную. Если бы реально был бы моим отцом, я бы реально уже бы уехал бы в Майами, отвечаю. Надо у Мишки спросить, он может меня усыновить удаленно? А я ему там, допустим, за это заплачу. Хотя ему, наверное, мои деньги, учитывая, наверное, сколько он зарабатывает. Я думаю, мои деньги для него ничего. Блин, надо как-то узнать, как где Джора или Мишка могут меня усыновить, короче, и уехать в Америку. Не, ну а чё? Ну правда, а чё? Что, я много прошу, что ли, да? Всего лишь-то, господи, усыновление в Америке. Все, кофе ударил в голову, и у меня все уже, поплыл я. Реально поплыл, походу, парень. Thank you.
Буду. В Майами буду стримить, да, работу. Егор Крид? Это Егор Крид на фотке? Я? Вау. Вот красавчик, он молодец. И всего сам добился. Там начинал тоже с музыки, вот молодечек. А теперь на этих. Теперь реклама вкусной точки, красава. Ничего, когда-нибудь я тоже там буду, наверное. Я не уверен. Здравствуйте, а подскажите, 63-61. Это... Не-не-не, это доставка, это доставка. Я еще 61, это попробую. Сам папа? А у него отец богатый, что ли? Отдайте доставку. Ну, ё-моё, она готова. Вот стоит, отдайте мне ее. Кого? Ну, ё-моё, что она ушла? Куда она ушла? Вот теперь. За 50 рублей. Блин, вот бы кто-нибудь оставил коробочку Егора Крида забрать себе. Давайте коробку такую попросим. Я думаю, дадут сейчас 100%. Я прошу прощения, а у вас реально такую коробку, просто коробку попросить пустую? Очень хочется просто. Егор Крида именно. Доставка 631. А как вот такую коробку выпросить? Просто коробку пустую. Можно как-то я вот такую знаю, попросить? Не, просто коробку, да, без ничего. Просто картонку. А мне это. Нет, нельзя. Все. Я просто спросил, мне где-нибудь без всякого. Так, а доставку как-то реально попросить мою? Она просто готова уже. Я убегу. Без Егора, но убегу, раз такое дело. 63-61. Ну, с Егором было бы лучше, конечно, но... А? 05. Эх. А сколько такой бокс стоит, супербокс? Маленький будет 285. А с симкой сколько? Или тут симки не идут? Симки? А вот йота нарисована, это что значит? Нет, симки мы не выдаем. Ну ладно. Было бы прикольно. Все, спасибо, очки, хорошего дня. И вам. А я думал, симки можно получить. Так, один напитки. Блин, а может, вот надо реально попросить. Ей где-то 53. Блин, там напитков, надеюсь, больше нету внутри. Блин, как эту коробку найти? Пошли по залу пройдемся, сейчас, может, что-нибудь найдем. Давайте по залу по-бырому пройдемся. Сейчас я гляну, там мой велик не украли. Сейчас. Может, будет коробочка. Сейчас, секунду. Никто коробку не выкинул. Не, коробки нету. Жалко. Никто не ест этот Happy Meal. Ну ладно, погнали. Я бы Егорчика себе бы налепил бы. А то у меня... Ой-ой-ой, кто это? Ой, тихо, Марк, тихо. Тихо, не буду я тебя на Егора Крида менять. Прости, мое солнышко, прости. Егор, уже этот Марк испугался, что я заменил на Егора. Все хорошо будет. Здорово, мужики. Так.
все, погнали. Ой. Опа. Эх, Егорушку не залутали мы. Не дал мне никто Егорушку коридульчика. О, Егор Крид, в моей голове мозги мои теребит. О, какие у него песни есть? Блин, я даже ни одну песню не знаю. Я ни одну песню его не знаю, кстати, не поверите. Так, надо глянуть, полицейских нету. Не, нет полицейских. Как старые добрые ростовские повороты, как говорится, что делать. Привет, привет, рад видеть, хорошее настроение, отличного дня. Прекрасная среда, рад тебя видеть, ты вообще прекрасный, прекрасный мой зритель. Что хочу сказать, спасибо, что приходишь на трансляции. Где нарушать? Никого не нарушать. Вам показалось, я не нарушаю, я соблюдаю все правила дорожного движения. Мне нельзя кофе пить, реально. Иначе я гиперактивный. Спасибо, дорогой, спасибо большое. Спасибо огромное, брат. Сейчас интернет пропадет. Сейчас, скорее всего, глушилка меня схватит. Готовьтесь. Сейчас будет битрейт падать. Сейчас я проверю. Сейчас должен упасть в теории битрейт. Не, не падает, да? Но обычно падает. Ну, короче, если сейчас что-то упадет, то имейте в виду, это не из-за меня. Это из-за глушилки. Ах. Ладно, я не знаю песен. Может, что-нибудь спел бы вам, но не знаю. Я понял, да, у Крида. Ну, ладно, не спою. Не помню ничего. Тихо, 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 это мой фолловер поехал. Вот G, который Будда. Кием? Никогда. Мне бы стать популярным стримером как Бустер и рекламировать Лунаси. Дядя... дядика, извиняюсь, дядя Бустер, если ты меня слышишь, пожалуйста, пришли мне что-нибудь из Лунаси. А я баннер повешу, пожалуйста, Бустер. Ребят, передайте Бустеру, если не сложно. Если кто-то знаком с Бустером. Я готов баннер на лоб себе наклеить. Пожалуйста, дайте мне какой-нибудь наушнички Лунаси, пожалуйста. Дядя Бустер, ради бога, я готов на лоб себе наклеить даже баннер. Дай, лишь бы дали. Лишь бы дали. Нам очень нужно. И на Бебру баннер. Я реально повешу везде. И буду всем говорить, Лунаси самый лучший. Всем курьерам буду рекомендовать. Дядя Бустер. Я готов рекламу взять бесплатно. Даже денег не надо. Просто дай какой-нибудь наушнички. А я всем курьерам буду впаривать. И предлагать, и скидки, если надо давать. Пожалуйста. Дядя Бустер. Я немного прошу. Просто наушничку парочку хотя бы. Или клава. Ну, мне клава не нужна. Я за компьютерами не сижу в основном. Мне надо именно наушнички. Через Марка. Да я не знаком с Марком. А, я когда куклу сделаю, надо будет... Точно, как ты придумал. Я знаю, что я сделаю. Я придумал. Ну, я не знаком с ним. Но когда куклу ему буду отправлять, я там это сообщение выложу и ручкой напишу, типа, Марк, ради бога, свяжи меня с Марк, с Бустером, дядей Бустером. Я готов рекламу принять. Тату, да и тату сделаю, если надо. О, кстати, может тату реально сделать. А сколько бы... Слушайте, передайте полковнику Бустеренко. Я придумал. Сейчас скажу. Дядя Бустер, я готов набить Лунаси где-нибудь у себя. Только, пожалуйста, дай мне рекламу.
девайсе бустеры из бумаги, хорошая идея. Не, я готов даже тату набить, если надо, на пальце или где-нибудь. Блин, надо как-то с бустером связаться. А чё нет, слушай. Где угодно сделаю, где скажет, там и сделаю. Блин, гениально же. Да это бустеры, это вещи. Наверное, сейчас позвоним, узнаем. Да нет, надо сначала как-то связаться, чтобы сделать. Реально татушку сделать? У меня ни одной татушки нету, а я готов сделать, в принципе, татушку за рекламу. Блин, реально, давайте татушку на пальцах, на руке. Сколько пальцев? Луна, а получается Лунас. Надо шестой палец где-то иметь. Или на пальце вот так прям набить, вот здесь сбоку. Вот здесь вот так сбоку. Вот так спереди набить, вот так. Лунаси. Как вам идея? Нормально? Придумал? Нормально? Алло? Алло? Еда, еда прибыла. Подскажите, где вы? Я на месте, вот, возле частя. Вы можете пройти в зону досмотра, вокзал Ростов-Главный? Ага. Я сейчас тогда спущусь к вам. Ну, меня просто не пустят, у меня тут, к сожалению, еще баллончик в кармане. Я вот могу у ворот стоять, знаете, которые ворота на выход, вот такие они маленькие, металлические, красивые. Меня просто не пропустят, у меня столько оборудования на мне. Ну, я... Да-да-да, вот я возле ворот стою, который на выход, вот как раз возле досмотра. Все, добро, угу, добро. Не вопрос, не вопрос, все, добро, добро, жду вас. Угу, спасибо. Да я не пройду через контроль, у меня и баллончик, у меня и пауэрбанк, и телефон, и я ебнусь все снимать. Давайте по... Добро, добро. Быть добру. Что говорил? А, надо рекламу кого-нибудь взять, какую-нибудь, набить что-нибудь там, Aviasales, не знаю, какую-нибудь рекламу, или Lunacy. Что? А, я думал, меня зовут. Я испугался. О, кстати, штраф не знаю, посмотрим в отчете. Привет, биполярочка, рад тебя видеть. Да что угодно набью, лишь бы за деньги. Блин, короче, если кто-то вдруг знаком с полковником Бустренко, передайте ему, что дядя Бустер, я готов набить Лунаси, татуировку и, на себе, и баннеры наклеить на себя. Пожалуйста, дай рекламу мне Лунаси или наушнички какие-нибудь. Это мы возле вокзала. Мы возле вокзала ЖД. Ждем клиента. Писить захотел уже, кстати. Сколько минут прошло? 20 минут прошло, уже встать захотел. Шорт. Слушай, может Марка набить? Может мне Марк рекламу даст самого себя? Не, не даст, это фигня. Это вокзал, да. Смешно же, так... За колу. Ну, еще не приходил, я посмотрю в отчете, потом скажу вам. Там, короче, Яндекс предлагает через бота скидки в Яндекс новостях. И там 100 гигабайт, 720 рублей от Мегафона. Что думаете, брать? Только надо им паспорт скидывать. Блин, хотя это реклама вроде от Яндекса, в Яндекс-то в основном канале. Но там, блин, в боте в этом просят паспорт. И даю согласие на обработку персональных данных. Что-то я очкую через бота симку заказывать, хоть это через Яндекс будет. Что-то мне страшно на самом деле. Что думаете, ребят, по этому поводу? Часто Яндекс скидывает такой новости, и они там дают хорошие эти... Кто звонил? Мне кто-то звонил, я думал, это клиент звонил. Так ты мне скинул же, может, тоже неправда, это Шазон. А, вон она идет, все, вижу ее. Мне звонил спам, извиняюсь, я поднял спам. Если будут кубики, скажите, хорошо? Если девочке заказ отдам. Здравствуйте, к вам, да? Вкусная точка? Могу достать, да, нынешний? Даже ругать не будут, я думаю. Нельзя, да? Да, я понял уже, даже ругают. Блин, какие-то правила новые. Все, прекрасного вам дня, до свидания. А, ну мало ли, да, там же надо пробивать через этот аппарат.
То мало ли, может, я бомбу передал. Конечно, я бомбу осуждаю, но это шутка, но в плане, что даже проверяют еду, мало ли, что там доставщик привез, правильно? Правильно, в принципе, это безопасность, в конце концов, тоже. Сейчас, в кубике. Я понял, да, сейчас. Сейчас заказ передам, обновлю. Значит, заказ следующий не пришел, что-то нагрузки, видать, нету. Хотя странно, почему-то бывает, что то есть заказы, то нет заказов. Вечно какие-то глюки. Сейчас я перезапущу. Сейчас отъеду чуть-чуть отсюда. Там мне спам звонил, сучий. А я думал, клиентка звонит, я поднял. Сейчас перезапущу. Еще.